Кстати, этот хуй живой-то хоть? Да вроде да. Кирилл Терешин, который там накачал вроде себе руки. Я смотрел про этих, про бразильских вот этих товарищей. Это ужас вообще реальный. Представляешь, у них вот такие вот сиськи, чем они накачаны? Синтолом. Такие руки, вот такие вот, реально, знаешь, как Папай, вот, знаешь, вот Папай. Такие, ну, они невысокого роста, и такие круглые идут, знаешь, все ноги, блин, такие, все, самые, блядь, ну, для чего вот это делать, я не понимаю. Как, для чего? Чтобы бабки зарабатывать. Ну, блин, много он заработал. Вот и, если, а вот я тебе могу сказать. И в 40, и в 40 лет сдох, блин, вот он. Я могу тебе железно сказать, если бы Агыги попался в руки вот этот пузырек синтола, вот как ты думаешь, куда бы он его дел бы? Как ты думаешь, вот куда бы он его дел? Вот загадка вот тебе, не загадка, а вопрос вот тебе. Как ты, вы, Слава, думаете, куда бы дел Агыга пузырек синтола? Ну, блин, не знаю. Ну, он же твой одногруппник. Ну, одногруппник был, да, учился. Как он, кстати, учился? Хорошо? Да нет, плохо. Плохо, да? Говорят, даже второй курс не осилил. По-моему, да. Кал мочу сдал, а на химии завалился, да? Поэтому выгнали. Да. Ну там, я тебе говорю, со мной такие дурни учились, блин. Это ж вообще, блин. Понятно, блин. А потом в армию его сразу забрали, сразу после ПТУ, да? За третьего курса, да, ушел в армию человек. Почему-то приехал домой в узбекском халате. Тоже непонятно. У Рэмбо халат прикольный. Рэмбо ж рассказывал, говорит, я, говорит, иду на работу, на телестудию. Смотри, из кустов какой-то узбек мне руками машет. Я, говорит, думаю, что за ебанат там. Он приглядел за это Агыга, ему знаки показывают. Он говорит, ёпту, блядь, ты чего? Ты ж вроде в армии. Почему в халате в узбекском? Что за дембельская форма? Там, о, Витюша, что за прикидончик? Ай, блин, да. Я просто сам прикинь, такую ситуацию. Пусть такое идет, а там такое, блин. Смешно. Ну, конечно, смешно. Думаешь, блядь, глючит, что ли, блядь, или хер его знает, блядь. Можно инфаркт схватить было. Вот если бы Агыга еще сидел, он всем бы мешком бы это отбеливать. Соли, блядь. Еще прикольнее было. Мешком. Или лежал бы он на том топчине, блин. Кушеточки. Кушеточка, бля, кушеточка отсюда видна, вот она, кушеточка стоит. Он прям лежачок как бы на море, бля, такой, вообще прикольно. Ха-ха. Так вот непонятно, каким образом у Агыги, короче, появилась запись в военном билете, блядь. Я служил в ВДВ, блядь, 3 года. Инструктор по рукопашному бою, блядь, там. У него 3 года, слышно. У него 3. 15 прыжков с парашютом, блядь. Там ВДВ же вроде 2. В благодарности. А у Агыги 3, в особой, в элитной части служил. Ну да, вот такая вот хуйня. Так куда... Витя Агыга дел пузырек синтола, как ты думаешь? Не знаю. Воин-десантник, блядь. Дел пузырек синтола. Не знаю. Не знаешь, блядь. Стесняюсь сказать на камеру. Ты в курсе, да, что он, блядь, устроился на работу в озеленение? Ой, не в озеленение, в мусорщике, вот когда он работал по зиме или по осени, я уж не помню. Вот, блядь, никому не попался, а Агыги, блядь, хуй резиновый попался в кустах. Вот их, блядь, бригады две, вот, блядь, все по кустам лазят, а хуй нашел Агыга. Ходили, они его пропивали, блядь. Возьми, говорит, ба, хороший. Хороший. Да, возьми за чекушку. Говорят, какой-то бомжихи, говорит, потом втюхали его, блядь. Она тоже сказала, хороший. Вещь. Сказал, вещь, да. Вещь.